Так, добрый день, друзья. Сегодня у нас очень ответственная миссия, потому что мы готовимся к дежурству вместе с молодежным отрядом охраны правопорядка, а точнее с их командиром. Это Владислав Спивак. Сегодня этот молодой человек – герой нашей публикации, которую вы сможете прочитать в газете «Визбичи». И, конечно, наши герои – это сотрудники Октябрьского РОВД. Трижды в месяц они выходят на улицы нашего города, чтобы охранять наш порядок. Ну и, конечно же, хочется пообщаться с героями нашего сюжета. Влад, расскажи, почему ты пришел в дружину? Ну, потому что для меня это мужской поступок, мужское дело. Я решил пойти вслед охране правопорядка. Может, кто-то в твоей семье связан с этим делом? Ну, никто не связан. Отец служил, дядя был в Афгане. Я пошел, тоже подумал, может, мое. Ну, знаешь, мне интересно, как девушке, все-таки такой вопрос. Скажи, в вашей дружине есть девчонки? Есть. 3 девчонки. А парней сколько? 17 человек. Какую роль они играют вот, в вашей непростой миссии? Так, то девушки? Да. Такой же, как и парни. Мы все одинаковы. Нету кто-то больше, кто-то меньше. Ну, друзья, вы поняли, наверное, что всех этих ребят объединяет общая и очень полезная, важная цель. Но у нас есть еще ребята, конечно, которые же опытные, которым, наверное, есть чем поделиться. Вот скажите, пожалуйста, вам, как я уже повторяюсь, как опытным, вот какова для вас помощь таких молодых ребят? Важна она? Ну, когда они приходят подготовленные, то, конечно, да, они нам помогают. Есть чем поделиться? Бывают какие-то сложности? Всяко бывает. Ну, наверное, вам это по плечу. Да. Так, ну что же, всех секретов мы вам раскрыть не можем. А точнее, наверное, не хотим. Поэтому читайте «Визбичи» и знакомьтесь с героями наших публикаций. До новых встреч!